Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Значит, отношения между вами, вашей мамой и тетей. И вы устаете от обид вашей мамы на тетю. По поводу некоторых вопросов, которые, соответственно, возникают между тетей и мамой. Вот. Правда, в этом еще вы, я так понимаю, вовлечены, скажем так. Вот. И то, что вы здесь занимаете в какой-то степени пассивную позицию, не продвигая свои интересы, вот. Для меня это немножко загадка, потому что, ну, если, грубо говоря, гостями, да, считают и вас, ну, в том числе, вот, то вам, на мой взгляд, нужно тете, если вы хотите, вот, то вам нужно тете о своих интересах заявить, вот. А, на мой взгляд, это было бы справедливо. Что касается вот того, что происходит сейчас между тетей и мамой, то вы занимаете здесь позицию спасателя, находясь в треугольнике Карпмана, вот, и пытаетесь, по большому счету, помочь маме решить то, что она, судя по всему, решать не очень-то хочет. Вот. Почему не очень хочет? Потому что, ну, если бы хотела, да, то либо изменила свою модель поведения, либо уже сказала бы. Ну, о том, что вот её беспокоит, да, о том, что ей там что-то не нравится и прочее. Она этого не делает. Если она этого не делает, значит, у нее есть определенный выход в этой ситуации. Вот. Если у нее есть проблемы, она может обратиться к психологу, да, вот, и сама свои проблемы разобрать, поисследовать, и ей помогут. Но она выбирает вот именно жаловаться вам на тетю, вот, и делает она это, ну, на мой взгляд, совершенно не случайно. Вот, она это делает, потому что так ей удобнее, так ей безопаснее, вот. И, в принципе, ну, менять ничего не нужно, да, как-то вот ничего не нужно рано делать. И пока вы слушаете, то есть пока вы, ну, вот, занимаете такую роль благодарного слушателя, вот, ну, в принципе, ничего не изменится, вот. Ну, просто, а зачем менять что-то, вот, поэтому, вот, вы спрашиваете, да,
как грамотно ему не ответить, чтобы она решилась на разговор, была уверена в себе. Никак. Потому что это ее ответственность, вашей мамы, это ее проблема. Ваш ответ не даст ей уверенности, наоборот, сделает ее более неуверенной еще, потому что зависимость от вас. Поэтому лучше, что вы можете сделать, это оставить ее наедине с своей проблемой и выразить нежелание, например, как-то слушать ее. Вот. И, на мой взгляд, это будет самым лучшим для нее решением. Вот, потому что она увидит, что кроме нее никто больше не сможет, ну, никто больше не сможет ситуацию решить, вот, данную. И понять, что выхода нет, только вот что-то делать самому. Вот. Значит, так это видится у меня, по крайней мере, сейчас. Но, как я уже сказал, есть ведь не только она, вот, есть и вы. И если вот вы свою позицию не продвигаете, да, если вы свою позицию не защищаете, вот, то опять же, откуда маме вот, ну, взять уверенность? То есть, ну, вы можете продемонстрировать, на мой взгляд, вы можете продемонстрировать своей маме, если хотите. Вот. А вы можете продемонстрировать своей маме, как нужно, да, как можно это сделать. Вот. И, собственно, самостоятельно поговорив с тетей, вот. Конкретно о себе. У вас. Вот как-то так. Еще я бы выделил вот то, что вы устали, да, вот, ну, ваша усталость. Вот. А я бы выделил вот эту усталость. Я бы выделил бы ее. И постарался бы понять, вот это усталость, она с чем связана, какое чувство здесь у вас. А лично я мог бы предположить, что это злость на маму. Вот, ну, то есть, желание, ну, чтобы она была как-то подальше от вас. Вот. И, соответственно, невозможность ей об этом сказать, что мама, как бы, все, твои проблемы, так далее. Это, я думаю, также является в этой ситуации сложностью. Вот. Поэтому выразить злость вам, то есть, прожить ее, поможет на эту ситуацию в целом реагировать куда более спокойно, нежели чем сейчас. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, обращайтесь. Всего самого доброго.